А я живу одна. Такие вот дела. А все она взяла и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой крошкою, целует ручки ей, греет ножки ей. Я знаю, что у нее душа кошкина, а я хорошая, но мадам Брошкина. Она такая, никакая, никакая, ну что ты в ней нашел? А я такая, блин, такая, раз такая, но мой поезд ушел. Не вспоминает он меня, два лета, две зимы, да две зимы. Убил колечко ей, убил сережки ей. Я знаю, что у нее душа кошкина, а я шикарная, но мадам Брошкина. Она такая, никакая, никакая, ну что ты в ней нашел? А я такая, блин, такая, раз такая, но мой поезд ушел. Анастасия Спиридонова! Спасибо. Ах ты какая растакая. Вот такая растакая, да. Почем, Дынька? Ну вот, 120. 120? Ну что, отдарим скидочку жюри можно. И сразу... Да, как, да? Для своих можно. Да, да, отдарим жюри, чтобы как-то, может быть... С удовольствием. С удовольствием. Всегда сложно, особенно после такого мастера, такой звезды, как Алла Борисовна, исполнять песни. Это вообще дело неблагодарное. Но ты совершенно какое-то новое дыхание внесла в эту песню.
Я надеюсь, что сейчас Александр Новиков найдет много деталей, которые его заинтересовали в твоем образе. Александр Новиков, ваша оценка. Вы когда пойдете, не поскользнитесь об арбузную корку, чтобы не получилось, как в фильме «Черт побери». «Черт побери»? Да, да. Ну, что могу сказать? Шикарный дуэт гастарбайтеров. Особенно, когда они ели этот арбуз, знаете, это можно считать отдельным художественным приемом, который, безусловно, усиливает впечатление. Еще и трудно изобразить эту мадам Брошкину после того, что сделала Алла Пугачева. Это очень сложная задача. Но я считаю, что Анастасия с этой задачей вполне справилась. И я с легким сердцем ставлю ей высшую оценку. Спасибо. Итак, оценка 5 от Александра Новикова. Как запахло арбузом. Мы продолжим традицию. Мне там на одной из прошлых передач... шахматы подарили. Я так и понял. Я ну вас, да, я же вижу по вашим глазам. Я знал, что вы дыни сюда хотите нести. Дыня, ну как-то арбуз, так на полдороге вы передумали. Вы 4 берите. Арбуза? Ну, если унесете арбуза, берите 4 арбуза. Ради вас! Настя, я тебе ставлю короля. Почему? Песня с сарказмом, а тут сарказм и перебивание. Это такая трудная штука. Это надо так это прожить, чтобы мы поняли. Когда ты поешь припев, ты просто поешь, как Алла Пугачева, а нам этого мало. Поэтому тебе король над песнями такого жанра еще надо поработать. А певица ты замечательная. Спасибо. Михаил, вам слово. С голосом все в порядке. Там Настя, с вокала больше, чем достаточно. Мне лично понравилось. Я считаю, что трудно сравнивать ее и Аллу, но сегодня она была на высоте. 5. Спасибо. Могу подогнать Дэнни? Я могу говорить только стоя. Настенька, я вообще не ожидал. Я просто в шоке, я потрясен. Вы настолько органичны во всем, что даже в мадам Брошкиной. Что я хочу вам пожелать просто всего-всего-всего-всего, что вот может пожелать музыкант музыканту. Спасибо вам большое, что вы есть. От меня туз. Отлично. Анастасия Спиридонова, 19 баллов.